эти слегка подзабытые мгновения чемпионства Акбарса. Именно на этой арене были первые две победы. После этого команда Белелединова медленно, но верно шла к своему новому триумфу. Вот на такой победной ноте хоккеисты казанского Акбарса одержали победу. Уже третью в своей истории в юбилейном сезоне сделали болельщикам настоящий подарок. А Данис Зарипов, кстати, к слову, стал уже пятикратным обладателем этого трофея, с чем мы всех, собственно, и поздравляем. Вот они, победители! Тогда, как и сейчас, сердцем команды был Данис Зарипов. 5 побед за 10 сезонов. Вряд ли кто-то в ближайшие годы сможет приблизиться к легенде. Без разницы. Всегда, каждый год выходим на работу с одной целью только, завоевать самые высокие места. Болельщики уже до матча верили в успех команды, а поддержать ребят приехали со всего Татарстана и регионов страны. Переживания очень большие, эмоций очень много. Когда победим, еще лучше будет. У Акбарса для победы все есть. Акбарс чемпион. Мы поедем Альметьевск свой родной праздновать. Вратарь в плей-офф – это больше, чем половина команды. Наш воспитанник Эмиль Гарипов доказал всем – он лучший вратарь чемпионской команды. В этом нелегком пути было много преград. Победа много значит для Казани. Мы ради болельщиков, как они нас поддерживали в Москве. Было слышно только их. Спасибо им большое. То, что выиграли – это здорово. Большое спасибо тренерам, что поверили. Большое спасибо Замилдову Хайдаровичу, нашему президенту, что дали... Как вам сказать, доверили ему, и он, надеюсь, что он оправдал. По ходу сезона было много критики в адрес команды, но парни терпели, преодолевая все новые и новые преграды к этому успеху. У каждого спортсмена свой характер. Вот. И главное, что у них цель была, мы эту задачу решили. Курица клюет по одному зернышку, не надо сразу торопиться. Долго шли к этому чемпионству, слава богу, дошли до него. Лгать не буду, я возвращался для того, чтобы выиграть, и... Меня для этого сюда брали, и все хорошо случилось. Эмоций на самом деле очень много, и их тоже на самом деле нет. Я считаю, что мы проделали колоссальную работу, начиная со сборов. Весь сезон шли к этому. Были на правильном пути, тренера наши молодцы. Вся республика еще долго будет праздновать эту победу. Ведь хоккей в Татарстане – это больше, чем спорт. Вы знаете, как мы в республике любим хоккей. Значит, Акбарс достойно, достойно. ЦСКА очень хорошая команда. Надо поблагодарить команду ЦСКА за хорошую игру, за праздник. Но Акбарс оказался сильнее. Значит, мы поздравляем всех татарстанцев с большой победой. Сложно было, но мы шли с вами. И вы честно работали, честно вкалывали. Победа вас! Я всех вас... А это уже раздевалка команды. Такая по-настоящему семейная атмосфера. Ну и куда же без традиционного шампанского из чаши кубка? Ради таких мгновений сражаются главные триумфаторы хоккейного сезона. Алмаз Гафиатов, Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.